Сегодня свой 99-й день рождения отмечает наш милый доктор, известный казахстанский актер театра и кино Юрий Борисович Померанцев. Артист большой буквы, несмотря на возраст, продолжает по-прежнему работать на сцене Государственного академического русского театра драмы имени Лермонтова. На его спектаклях выросло не одно поколение зрителей. Маэстро за 79 лет сыграл больше 300 ролей на сцене и в кино. Также он является режиссером-постановщиком многих спектаклей, таких как «Старые друзья» Леонида Малюгина, «Живой портрет» Агустина Моретта и других. Юрий Борисович, ветеран Великой Отечественной войны, имеет множество боевых и государственных наград. Является лауреатом госпремии страны. И даже сегодня, в свой день рождения, он выходит на театральную сцену и играет в любимом спектакле «Визиты к мистеру Грину». У Юрия Борисовича главное – это дело. Да? И если есть дело, если есть работа, если есть материал, то тогда, конечно, это огромное счастье. Да? То есть, общаться, потому что в этот момент, когда ты с ним работаешь, когда ты с ним разбираешь, в этот момент больше ничего не существует. И ты счастлив вообще по-настоящему.